«Голод» – такое громкое и несколько тревожное название носит выставка «Музей боевой славы». Это совместный проект Саратовского областного музея и Астраханского музея-заповедника. Ученые объединили в одну коллекцию плакаты, воззвания, периодические издания и фотографии, запечатлевшие ужасы голода в Поволжье 1932-1933 годов. Это живые свидетельства и документы, воссоздавшие страшную картину бедствий. Многие исследователи долгие годы считали их безвозвратно исчезнувшими. Эти экспонаты как бы возвращают смысл в ставшую расхожей фразу «голодающее Поволжье». Стоит отметить также, что никаких параллелей с современностью авторы не проводят. Голод в связи с продовольственным кризисом конца XIX века, в связи с неурожаем, и голод в связи с продразверсткой новой экономической политики советской власти. На выставке представлено 90 экспонатов. Это объемные экспонаты, это образцы суррогатного хлеба, который употребляли в пищу, это документы, фотографии, агитационные плакаты того времени.